В Екатеринбурге, в самом-самом центре полуторамиллионника, на улице Малышева, случилась дорожная разборочка в двух актах между пилотами бездорожного Мерина и подорожника «Шевроле Круз», завершившаяся на перекрестке Малышева 8 марта ударом кулака в водительское стекло «Шевроле». Удар был такой силы, что Круз аж качнулся, хотя боковое стекло при этом не разбилось, а только лишь вылетело из направляющих. Но пилот Круза сумел его вставить обратно, то есть обошлось без материального урона, чисто пацаны пар выпустили. Что ты мне будешь сейчас доказывать? Что ты хочешь от меня доказать? Пошел вон! Произошла эта конфликтная ситуация, как видно, на перекрестке Малышева 8 марта, ровно под стенами православного храма Большой Златоуст. А корень этого конфликта на ровном месте произрос на предыдущем перекрестке Малышева-Горького. Пилот «Шевроле» Александр ехал по среднему ряду, никого не трогал. Вдруг справа к нему в ряд затеял просочиться черный «Мерседес». И вышел между пилотами такой диалог. Шел в жопу, Чё? Дружище, ну тут у тебя справа пусто. Ну ты же видишь, перестраиваешься, здесь стоит. Ну на ты лезешь-то? Куда я лезу? Я по своему ряду еду. Я тебе повторяю, с правой стороны пусто. И что? Я по своему ряду еду. Ты по своему едешь. Еще раз объясняю. Это твоя... Сложно было? Это твои... Это тво... Мне сложно. Я еду по своему ряду. Потому что я не хочу перестраиваться. Пошел ты на... И ты сейчас... Пошел на... Первая часть марлезонского балета завершилась вербальной перепалкой. Но, видимо, рулевой «Мерседеса» оскорбился. Он влез таки в средний ряд, перебрался по каменному мосту на правый берег Исети, и там, на следующем перекрестке, ну, в общем, дальнейшее известно.